Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Модный Дом Лайт. Сегодня у нас распаковка от такой компании, как Monster LED. Это светодиодные светильники. Значит, тут у нас пришел светильник от этой компании. Очень классная упаковка. Сейчас мы ее вскроем и посмотрим, что же там скрывается внутри. Итак, вот мы вскрыли, получается, вот этот черный пакет, оставили здесь. И вот здесь у нас идет такая упаковка из пупырчатых пленки с воздухом. Кто любит щелкать, тот с удовольствием пощелкает. О, расслабляет. Так, вскроем сейчас эту упаковку. Ну вот, получается, мы с первого была слой упаковки, вот этот мы его сняли. Потом мы сняли второй слой упаковки. Вот он какой огромный. И потом мы сняли вот этот слой упаковки. Вот. Соответственно, здесь было всего лишь эти две коробочки. Итак, значит, это у нас монстр. Давайте мы его откроем и посмотрим, что у нас тут такое. Значит, необходимые все, скажем так, крепежные материалы, описание. Вот хорошая прокладка идет, то есть упаковано. Такая бумага очень прикольная, гофрированная. Не гофрированная, но знаете, как правильно называется. Распакуем ее. Посмотрим, что это. А, это, скорее всего, сама чаша. Чаша. Больше ничего нет. Сейчас доберемся, откроем это. И вот, получается, мы вскрыли. Здесь идет у нас вот такой вот длинный светильник. 3000 кельвин это идет. Вот диод стоит. Соответственно, вот, как я и говорил, что это чаша. Она крепится вот сюда и подвешивается на любом расстоянии, которое нам нужно. Вот такой вот, вот светильник. Всем спасибо, что посмотрели данное видео. Заказывайте у нас лучшие светильники в мире. Всем спасибо, пока-пока.